Поддержка детей и семьи школьников 5-11 классов из многодетных малоимущих семей в Чувашии обеспечат горячим питанием за счет региональной казны. До этого расходы на обеды этой категории финансировались исключительно за счет средств муниципальных бюджетов, и у каждого они были разные. На заседании Кабинета министров республики утвердили правила предоставления субсидий из республиканского бюджета на обеспечение бесплатного горячего питания. Документ разработан в рамках указа главы региона о повышении социального благополучия многодетных семей Чувашской республики. Касается это многодетных малоимущих семей, чьи дети обучаются по программам образовательных 5-11 классов. Сегодня у нас таких ребят 11 472. Средства были выделены в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 14 июля, и изменения уже в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета в части увеличения бюджетных ассигнований вынесены на сумму 74,6 миллионов рублей. Родителям нужно написать заявление и предоставить в школу документы, подтверждающие, что семья находится в статусе многодетной малоимущей.